Слабик здесь. Слабик, уши на зиру, отвечай. Лаги у него опять какой-нибудь пинг 2К. Вообще несерьезные люди. Кто вылетел? Черт. Какой пол у нас стоит, двухстая? Ну что, хрень ненормальная, ни на замене нет, блядь, людей, никого. Что с этим нужно делать вообще? Надо новеньких набирать, а их одевать надо. Люди ходили, одевались, оделись, блядь, теперь вот хуйней страдают. Ждут, пока мы на фарм, что ли, поставим или что? Да. Скорее всего. Я уже всех на факт поставил. Или вы идете, или нет. Ну, как бы. Или идите с фугами. Ходите. Блядь, где слобик? Кто с ним вообще? 37 тел, блядь, онлайн. Идем. Аспект. Не хочет выйти. Он не реагирует ни на что. Ну, кикни его как вариант, чтобы посподрать. Слобик. А, нет, его в DC уже нету. Нету давно в DC его. Только что был же. Ну, чувак, может, пьяный сидит, просто там тыкает. Да он Серега сразу пьяный. Не наговаривай. Может, он пытался зайти в Дискорд и интернет вылетел. Бывает же так. Вон писал в 54 минуты, что по пингу. И пиздец, с этого момента он встал. Чтобы ауру убрать, ты его кикнул. Потравим. Да кикнуть, так кикнуть, но в 23 тела идти на вторую фазу, это смысл маленький. Блять, ну хоть как-то, я хуй знает. Хоть как-то, он и так там. Есть смысл, чтобы мы отработали хотя бы хоть какую-то расстановку. Угу, да. Да, тяжко будет, конечно. Но всё-таки. Только геру надо будет с пула дать. А я лучше берсу упрусь, чем стоять. Да, Геру говорю. Мы переводили с Герой тоже в таком составе. Выходит из мира. Да, он пытается, да. Дай проверку. Все, все здесь, все готово, поехали. Герус. Да, Герус поводы. Людей затащить. Тоже плюс. Убираю. Где, блядь, контроль? Пиздец. Один контроль. Бля, ну это... Окей, сет контроль. Ну, фонта вижу, окей. Через локов контроль. Мы с Казумом друг друга перебили контроль. Не знаю, вы можете, блядь, левее, правее друг с другом определиться, кто как контроль.
Блядь, там лужи видно, где появятся мобы. Встаньте, блядь, возле этой лужи, где появятся мобы, чтобы понимать, что этого моба контролите вы. На локов метку тогда дай, пускай они видят, блядь, где кто стоит из локов. На трех локов метку. И разбежались по трем сторонам, у входа и справа, слева. Блядь, это не серьезно, нихуя, когда ну, вы пиздец. Контролите. Просто, блядь, три контроля, три моба законтролить. Из десятерых. Четвертого, походу, тоже надо, дефа не хватает. А купол ставим, нет? Не, корни не надо. Купол да нет, шесть нормально входит. Терпи. 7, да. По-моему, это перебор уже. 7 уже хуевенько. Не, 7 перебор, 6 нормально входит. 7 тряпошников будет складывать, это на хп забивать. Дайте вот срез. Народ, корни не выпустишь никак. Он потом застакается со следующим. Вихрь вариант нормальный. Максимум вихрь. Вихрь вообще как четвертый контроль, я за вихрь голосую. Он и проходит как раз, когда стаки спадают с первой шести. Вихрь пока действует, мы могли бы за это время захилить, а потом ад бы спокойно дошел. Да, вихрь. Вихрь плюс один блок. Отпустят первым, потом два блока отпустят последних, и все. Путя, зачем? Мы сейчас будем опять ждать. Сдавак. Сейчас одну минутку, ребят, еще раз билд сменю. Блять, ты заебешь, ты не можешь нормально сразу все сделать. Сколько а, ты, блядь, будешь... я же в процессе тестирования, блядь, конечно не могу. Ну, и главное, сделать, чтобы у тебя ШВ было. Просто ШВ от тебя требуется, больше нихуя. Ставьте шкаф, ребят. Шкафа нет. Я уже почти добежал. Просто, блядь, ШВ дать, больше нихуя тебе не требуется. Что ты там, блядь, тестируешь? ШВ, блядь, кнопку как правильно, или что? Да ну нахуй, ДПС подумай. Дело не в ДПСе, нас складывает, а не берсерк. При чем тут ДПС, блядь? Вы не можете просто законтролить и дать ШВ, блядь, все, что требует. Че ты... Что там, локи стороны будут делить как-то, нет? Метки дашь, понятно? Да все, мы поделили уже. Дунайан готов. Все готовы поехали. Просто, блядь, дать ШВ. Боже. Билды какие-то, блядь. Кучнее встаньте на РНЖ. Заберешь, а то сейчас будет этих. Забрал. Ауру бери. Сейв, контроль. Как нельзя
сейчас. Как скинется за брюшком? Да, паура. Через секунду. Он Сережка пошел. Добро. Вот посмотрите, как легли перья из-за того, что мы стояли разрозненно. Чуть не забрал. Просто оббегать пришлось пиздец сколько. Да. Лёх, ауру. Я тормозить. Я шевой апарейду. А я билд не доделал. Тебе нужно, блять, кнопку нажать, ШВ. Ты что, не нажал, что ли, или что, Бутя? Не было ШВ. Не было. А что не было? Да, блять, макрос летел. Нахуй тебе макрос? Да, потому что, блядь. Зар, надо, что? Это, слышишь, вот смотри. Блядь, проще, блядь, реально по первую, нахуй, как мы раньше, до первую фазу проводили, так же. Подожди, блядь, ты да не говори, что проще. Да раньше сейчас... первая фаза? Нам короче, вторая фаза важнее. Как там на пятачке уместиться всем и не сдохнуть? Там бегать-то некуда что? Будет. Тебе, блядь, требуется одну кнопку нажать, ты этого не можешь сделать. Топаем медленно. Прошу там ДПСить, блядь, еще что-то. Просто, блядь, нажать ШВ, подрыв мобов. Да я для себя, блядь, делал, убил. Мне, блядь, ну, пиздец, мне впадлу стоять, тупо одну кнопку нажимать с КД в 6 секунд, блядь, вот пиздец. Ты понимаешь, вот смотри, вот ДЦ Прист, он нажимает одну кнопку, чтобы 25 человек жили. Одну кнопку жмет практически. Понимаешь, из-за тебя, блядь, мы сейчас лайпаем. Ты, блядь, не можешь дать ШВ. Чтобы жило 24 человека, один должен делать, что от него требуется. Все, больше ничего не нужно. Пиздец. Чтобы что пройти бота, что блядь, там, надо что-то кнопку взять. От него нет. Зависит только вот делать то, что от него нужно. Ой-ой-ой. Не нужно ДПС, вот тебе же сказали. Хрен вот, как объяснять людям. Режь броню, блядь, стой, блядь. Чё, вара нету? Сандер. Утя, еще раз. Может, ты начнешь слушать? Делай спек для товара. Обычный, нормальный спек. А все. Все, я не сдамся, на. Я вылетела, захожу уже. Будет. Пожалуйста, РДД, стойте кучнее, хотя бы там тремя кемпами, чтобы перья не разлетались, там пять штук. Как ты хочешь завязать глухую оборону, если у тебя еще щит не один? Шкаф. Да нахуя тебе шкаф? Ну что ты заладил? Третья пати. Посмотри. Ой, вторая. Все тут. Что? Кто? Где? Все тут. Ёбаный глаз, блядь. Когда успели? Пока ты орал. Что у меня такое? Я вылетаю почему-то. Нет, благодарен, да. Мозер сдох, потому что я вот бежал и до него не дотягивался. Я бегал лужи, а их лежало 4 штуки подряд. Одна на другую, вот чередой. У меня вчера такое же было. Мне сказали, что я сама под себя лужи. Стойте, там садитесь там в хилов, еще куда-то. 3-4 человека, чтобы стояли в одной точке. И потом побежали. Вага, платни третью ауру, а мы с Лёхой будем давать мастер ауры. Хилы просто танков не достают, ДД не достают и начинают бегать. Все, похуй, поехали. Не проблема в этом. Проблема, блядь, человеку надо одну кнопку жать, он это не может, блядь. Ну это впадло, блядь. Ой, блядь, у нас не прожал, блядь, давай сейчас весь день пиздеть. Да все, успокойтесь. Ну разница с этого вайпнут. Гуляй, не? Лада, давай, поехали. Лёх, освободи ауру. Освобожу. РДД кучнее.
Заберешь? Да, сейчас забираю. Лев. Ас, бежали, красиво рейда. Заберешь его? Забираю. Какие мой? Забираю. 5 секунд могу забрать. Раз под боку. Забираю. Им отдал. Вот только сейчас. Сам же просил, когда они подходят, я дал. Там поправку на секунду бери, она срабатывает там задержка. На следующем сбегании гим кто-то отдайте из хилов. Лёха, ауру. Ты забрал доску. Коват, будет 20 секунд оставаться, мне маякни. Я про удар пламени. Я понял. Понял. Блять, опять насрали вот под ноги прям. Босс, давайте сейв. Гимн отдайте. 17 секунд. Угу, забрал. В отдыхе. Оформить. Каст. Забираю. Угу. Чё по мотиволе? Да я вру. Не имите? Забирай. Друиды, поднимите, кто рестер друида. Монорота КД. Пас. Баху к ним съездит. Мобы, контакт. Даю гим. Давай. Чешку отдал. Четыре только нужно. Пять. Чего больше не должен. Не отпускайте. Отпускайте. Все. Выбираю босса. И ауру. Боже, рада прям. Дальше выносите ардетовую. И, блядь, подвозят. Я уже под стенкой, блядь, бегаю вокруг. Мама. Сколько время доберется? Раз. Дальше, милик. Вперед, может. Сейчас заберу, Лёх. Выдохи, выдохи. Чешку отдайте кто-нибудь. Сейв. Сука. Забирай. Сейв. Крылья отдал воину. Дал своя. А чё так много законтролено? Парочку отпустить.
Шивы за 3 секунды еще. Стопните этих мобов. Куда, блять, это? Забираю. Держались, каст. Если дайте БР. Бон, дай БР. Я 8%. Жунуэн 15%. Жунуэн 10 секунд БР. 6%. 5%. Бейте, бейте. Фулл баф полет. Всё. Побежали. На первую платформу. Прага, если можешь, пройди спальму народу с ними. И нора. Лёх, войд вторую. Даю гимн сразу. Войд первую, мой народ. Тотемы там, не тотемы. Ую, даю. Я третью, Кават четвертую. Со мной, если что, Элбер. И Кавата тоже. Хилы между первой и второй платформой. Босса фокус возьмите. Это, проносите только каст с босса, блядь. Отворачиваться не забывайте на криков. Первая платформа ярость. Элбрил, дай мне это. Ханты на первой, на пул на войды дайте. Каст. Падение пламени, падение. Первые шивы войд. Войда прохильте там. Хилыш все там. Готовим. Хилов, хилов. Обратно к стене. Каст. Не взрывали мобов? Ну. Каст. Снорус. У меня нет ротку. Я отъехал. Пейте. Ути твоя шип. Контроль. Контроль! Шивы. Не удерживаю, Лёх, двоих вас. Да я... Там просто надо... Мне еще один хил. И... Там пересекающий хил нужен между второй и третьей платформой. Хулипал там пойдет. Я даже войду это... Кого-то одного тяжело очень держу, потому что мало от хила идет. Либо дебаф какой-то висит, даже некогда смотреть. 7,5 гаммов. Я короче, ты... первый взрыв мобов прошел успешно, там никто не сдох, да, вроде? Там знаешь что, там, я не понял, то ли, там, по-моему, от мелиатаки они сдыхали. Я знаю, почему вас положило, честно. Там агро или что, я хуй знаю, что там? Нет, да, там дебафы на агро. На минуту отойду быстро, ресните потом. Дебафы на агро ушли по эти, по, блядь, по рейду, короче. И получается, люди, которые находились в рейде, то есть там хилы и дамагеры, на которых на плюс агро кинулся дебаф, они, получается, что? Они просто переагривали Феникса, Феникс меня не бил, получается, и он начинал стакать, блядь, на них, как, так как они на них агро... Ну, то есть я не могу, блядь, Феникса вообще забрать не мог, блядь. То есть на ком было плюс агро, это пиздец просто, там Феникса никак нереально забрать. То есть надо ловить дебафы на агро всем танкам. А как это их ловить-то, блядь? Просто подбежать к Фениксу. Мне кажется, вам надо меняться как-то. Какой-то танк должен бегать и подменять тех, которые должны поймать дебаф. Нет, танки ловят дебафы. Танки ловят дебафы. Тогда все ровно становится. Пока идет большой каст.
Танки спокойно успевают с дебафом добежать до любого фильма. Хилам, хочу сказать, которые стоят между первой и второй платформой. Когда идет каст на адов, не отбегайте от танков. Я подбегала ближе к монороту, но к стене, а Войда кто-то оставлял, и он падал по ХП. Поэтому ближе к танкам, ребят. Лёха, поставь рыбу, я даже курить хочу. Идите покурите 3 минуты. Ни в коем случае танков не оставляйте, мы их потом по ХП просто не поднимем. Парада, слышишь меня? Бля, настолько... Парада. Усилили же вроде, да? Инвалид. Короче, я не знаю... Да, первый там их было 5, потому что они есть. Первый взрыв. Ну все равно 5 мобов, блять, без сейва шотают. Отойду. Хз, не знаю, там как будто бы они заэвэдились или что-то вроде. Их будет 5-6. Типа на первом взрыве будет 5-6. Сейчас двое контрольных был первым. Вот, смотрите. Получается, мобы вторые появились. Сколько оставалось у мелкого? 8 лямов сколько. 7,5, я сгорел. Блять, я все это охуенно, все, блять. Но я не понимаю, на кого кидаются дебафы, как они кидаются, как на агро дебаф кидается, он отслеживается. Врагов, которые находятся к Фениксу мелкому. Кинулась на Долорус и кинулась на раздаваку, не знаю еще на кого там. Что им в этом случае делать? Бежать другого Феникса, бить второго, я так понял? Нет. Там определенные дебафы надо ловить определенными людьми. То есть, не, все остальные дебафы, в принципе, похуй, кроме, блять, на плюс агро. Потому что если плюс агро, значит, все, пиздец. Так им что делать? Не делать нихуя или что? Что им делать? Вот кто словит? Нет, там просто надо, чтобы все танки сбегались под этого Феникса, ловили дебаф и дальше разбегались по своим. Так а как они его словят, блять? Как они его словят, если он, блядь, сначала долгий раз дает? Лёха, парада. Смотри, мы сейчас шли в 24 тела. Если взять еще одного доп-хила, будет намного проще. Не, это понятно. Этот. На первом фираже не было, да, насколько я понимаю? Я не знаю, там было ярость, и хуй знает, что-то он кастовал, я не знаю, что он кастовал. Вас фиряло или нет? Нет. Не фиряло. Ну вот ярость, походу, это огромно. Короче, этот, дебафы на агро повесились, получается. Вот, всем надо танкам сначала словить дебаф, а дальше разбегаться по своим платформам. Не, ну вот ты говоришь, нужно словить дебаф. А как его словишь? Он как ловится? Просто в упор подойди и к Фениксу. Кроме танков, после этого Феникса никого не должно быть. 5 ближайших получат дебаф. Они получат его раз... в какой момент? Когда каст заканчивается большой. Идет большой каст, Это время, чтобы танкам сообразить, куда сбежаться. Потом, смотри, даже если танков будет Феникс бить, блядь, издалека, в принципе, похер, они успеют добежать. То есть там не так сильно поначалу бьет. Вот, они словили 4 танка дебаф. Ну там вообще 5 дебафов. У нас можно один дебаф на Утю кинуть, все равно он там. Угу. Пофиг. Вот, словили дебафы 5 танков и разбежались по своим платформам и танчат этих мелких. Тогда агро не будет на РДД, и меньше рейд прошибать будет, потом, ну то есть на РДД и меликах не будет агро на хилах, на которых дебафы повесились. И, ну, эти люди просто не умрут, и фениксы будут меньше пробивать, потому что у меня вот сейчас такая ситуация была. Типа, агро там на вас, феникс сагрился туда, на вас. Вот, он бьет в ауешке, блять, возле себя, и от этого я ложусь, потому что агро не на мне, а так он должен бить меня мили-атакой. Ладно, а этот дебаф, он когда повесит, он навсегда его повесит или как, блять? До момента убийства этого Алара. А-а-а. До момента этого Феникс. Хорошо, получается, когда мы переведем на вторую, нужно увидеть, где каст ярость, правильно, Алара, и к нему маленькому прибежать танком. Да, танки подбегают на этого Феникса,
ловят дебафы и разбегаются по твоим платформам. Каждый разбегается по своим платформам, а РДД ждут, блядь, милики возле первого. И все будет нормально. А еще мне кажется, что Элбрилу нужен холипал. Чтобы да, это понятно. Там коват, ты себя подхиливай, тоже помогай, потому что я тебя даже поднять не могу, нифига. Нет, там не в этом проблема, Элбрил. У него тоже, скорее всего, этот мелкие, все три мелкие с первой, второй, третьей, четвертой платформы, они все сидели на рейде. Его пробивал так Феникс, потому что его мили-атака босса не доставала. Если бы доставала мили-атака... Блядь, заебали! Да блин, соседи что-то кричат там нахрен. А что ты на нас кричишь-то? Да я... Это понятно, то, что это, но, понимаешь, я его даже поднять не мог, потому что и манна у меня уже кончалась, и отхил не шел даже великим там я хилить. Есть две минуты отойти! Отойти надо срочно. Нужно, чтобы он тоже сам себя там, чем вспышкой или чем-то подхиливал, паладин. Алекс хочет с соседями ругаться пойти. Фарада, ты меня слышишь или нет? Твой на тебе был? То есть не надейтесь только, что у вас один хил будет хилить, так что паладин и хильте сами тоже. Не, помогайте приподниматься. Ну, допустим, на мне моего не было. На ковате его точно. Лёх, ты скажи, как колодец вообще работает? Ты его жал, он тебя хилил, что там получилось? Не, ну тут, в принципе, все нормально было. Я бы там жил бесконечно. А чё умер? А уешка от Феникса. Мой Феникс был не на мне. Он тогда кидает вокруг себя уешку, которая хуярит там и хуёво. Обновление колодца света нахилило 307 тысяч у меня почти. Вот, там получается, он херачит не меня, и получается кидает вокруг себя уешку. А эта уешка реально, блядь, неплохо дамажит. И получается, это, ну, не вытягивает. Вот у нас, смотри, захуярила Редвар раздаваку мили-атакой. Это что, срыв? Или это на них эта хуйня была? Это срыв, агро, скорее всего. Срыв агро, да, там. Да, агро, срыв. Ну так а Омен для кого придумали? Омен, ставьте, да. У них был, скорее всего, дебаф, который вот я вот и говорил. Вот я говорю, что дебаф. Им нужно, ну, смотри, было на мне получается, знак. На другого Феникса? На мне было агро выросло, когда сразу же я нажал раскол, то есть я 50% скинул. Я начал там пару раз похищение жизни скастовал, у меня опять в топ вышло агро. Я перестал бить, и агро не понижало. Ладно, заебись. Это, продиктуйте мне название дебафа вот этого на агро. Да точно, чтобы было. О, хуй знает, я не смотрел. Ярость знак Феникса, ярость, наверное, что-то такое. Знак Феникса. Нет, дебаф был, типа там был, короче, значок. Вот мне надо название вбить. Так Феникса ярость, скорее всего. Все, сейчас запомните эту хуйню. Мне надо записать, а? Буду. Кость, но Энфорада, планета, на Эликс. Он вам еще дополнительно хил. Ков. 2 ДЦ. Настя, да. Хили. А у нее есть опять? Ну, типа. Может, она лучше на адмирала зайдет тогда? Да. Да не надо. Так что. Блять, хуёво. Может, два хила отправим на двух танков, раз мы в 6. Все, хильте, там все будет нормально. Главное, танки, сбежите под Феникса с яростью, все, словите дебаф и дальше по своим платформам. Я тоже за то, что на двух танков два хила надо. Как раз ДЦ я себе выбрал. Так, еще раз. Если бы еще РДД стояли в двух пачках, было бы лучше, чем в трех или в четырех. Между были бы просветы хорошие. Настюху суманьте. Она уже здесь. Дайте бафы по ней. Смотрите с жопами чуть-чуть друг об друга. Все, я тут. Спокойно бегать. Геру так же спула или что-то изменилось? Надо Геру спула. Рыбка есть, нет? Да лучше в 6 хилов, ДПС у нас пока хватает, а мы желаем сейчас сложнее. Фонит. Это я зашла, а что началось? Фонит, это значит Настя пришла, что непонятно? Ну, это лишнее. Так, этот, все, даю проверку. Сопрота 10, 11, 12 минут на рейд. А что, рыбка? Рыбу ставил, яйцо ставил. Так что, Леш, проверку, может я на адмирала зайду?
Да забей, будь на своем. Он силобезный вообще без Т5. Тебе своим привычнее будет. Себе хоть 100 бонус утонешь. Мозер готов. Все, все готовы на позиционку. Так, а что делает? Хилишь. Хилишь. Там примерно возле колодца танки. Держитесь в 6 метрах, чтобы были. Все, давай, поехали. На пол пошел, Библ. Без Еры. Не забываем основное контролить. Каст. Подальше старайтесь выносить. О, красота. Скоро мы станем властелинами колец. Так, ребята. Рисовать олимпийский символ. Все, тихо, Каз. Заберешь? Забрал. Да. Вижу, вижу. Что за хуйня? Кто так, блядь, вынес? Тут боссы, мобы. Сейф, контроль. Нахуя? Щитов не вижу вообще. Где щиты от ДЦ? Где, блядь, контроль? 2 ДЦ, 12 щитов на рейде. Вы чё? Ложитесь. Ёбаный свет. Вы вообще видели, где, блядь, перо было? Под боссом почти. Ложитесь. Что сейчас за анимация была? Какие-то типа мини-кратеры появлялись. Это его раздавать, это-то. Нихуя себе. Ты что, первый раз только заметил? Да. Я хочу, чтобы я про товаром проходил где-нибудь, и там появлялись мини-кратеры, сука, которые агрили весь синс нахуй и все убивали. Блять, опять контроля не было. Народ, просто, блять, поконтрольте. В чем проблема? Было, блять, 2 бана всего лишь с 3. 10 же мобов, блять. Дайте вот 3 бана. Понимаете, без вашего контроля мы тут нихуя не сделаем вообще. 4 моба контролятся и все, больше нихуя контролить не надо. Столько людей, блядь. Ставлю вам 2 метки. Это получается крест, вот этот ромбик. Ставлю квадратик. Вот этот ромбик. В этих ромбиках лужу не выносит. Выносите, наконец-то. Получается, типа, ну вот, где лепестки, да, вот, вокруг этого большого круга. Типа, вот 3 лепестка. Сюда выносит. Крест, квадрат, если что будет, просто пробегать. Выбегаем влево-вправо. Второй раз бежим из них уже вперед просто. Либо между ними. Чтобы в этих метках лужи не было. Чтобы вы по ним могли пробегать. Вот, наконец-то, умную мысль про товара донес, блядь. Наконец-то. ГЦ. Так, тихо. Все милики. Получается, босс стоит в звезде. Все милики выбегаете за босса. Да, с вами там буду я, центру. И вас я там прохилю. Настя. Для особо непонятных за босса это значит трусы. Центр круга, центр зала. Мне еще, знаешь, что кажется, что вот где рыба сейчас стоит, вот сюда не надо нихуя вообще наливать вот в этот лепесток. И вообще охуенно. Давай, что не хватает. Промахнулся. Все, встали в метки. Настя, если ты покидаешь тело и тебя выбивает, значит лежи и жди, тебе резко. Сила без не знаю, я только зашла в дом, правильно? То, что в игру. Ну, вот я тебе спасибо просто сейчас говорю. Это будет так постоянно просто. Шкаф поставить. Лёх, сила бездны в Т10. Настя в Т10. У них нет купола вообще. У Насти есть 2 куска, купол нахуй не нужен.
Не, он не помешает этот купол вообще. Ну до этого мы уже выжили, дошли до второго фазы. Без купола. Купол как бы 25% урона абсорбит. Ну долго действует. Ребаф контроля не было. На взрыв хватает. Так, собрались. Быстренько. Ладно, ДЦ, самое главное, вы можете между собой распределитесь по группами, чтобы на сбегании все были в щитах. Половина не было все просто. Погнали. Все готовы. Щит это 15к. Каст. Контроль. Целый. Чешку отдал. Мой. Смотрите хоть. Сейчас забираю же. Выдохи. 11 секунд. Угу. Вот тут криком. Забрал. Тауру. Забирай. Диспел, диспел, диспел. Каст. Забери прото. Сейчас у тебя. Жаль. Им на хп отдал. Опасно. На следующем сбегании кто-нибудь тоже гимн отдавайте под взрыв. Чурёв забирает там? Забираю. Я ауру. Где мобы-то все, блять? Все в контроле, отпустите. Ну это пиздец. Отпускайте ходы, там кто держит корня. Там заевейдил все кайф. Гимн отдавайте. По два только. Все, выкончилось нахуй. Я разбаниваю. Каст! Так, забираю. Бежат. Будет дохиль. 5 секунд. Дал данжер плюс. Крылья дал войду. Хуйни крошку ставите, конечно, чешку проверим. Дай мне. Отдал. Отдал, отдал, конечно. Я урон. Каст. Кучнее встали. Вперед пробивайтесь.
Оба. Чеш поддаю. Смотрите, на таких моментах особо... Как захиливать? Дейдрин. Это жена Настя быстрее. Сейчас да взорвутся. Это моба. Как Астиди? Забрал. Люх. И аура. Каст. Сколько там секунд кого-то? Да. 20. Жались. Капля есть? Что же нахрен? Вы видите, где пламя заспавнилось? ШВшку. Забрал, короче. И ШВ. Стопорницы моба. 6. Все нормально. Каплю кто-то. Я отдал. Забираю. Каст. Давай меняться. Забирай. Чё это? 8%. Бейте, бейте. Сейчас 8. 7. 7. 6. Блять. Нет. Готовьтесь бежать. Каст. Я быстрее. Пошли, пошли. Фарада, продиспельма, народ и грубость. Смотрим ярость и дебаф на агро. Посмотрите название точное. Дейдри, дайте манны. Сейчас даю сразу гим. Какой феникс на минус реген маны? Даю гим. Тотемы там, шамы. Вроде усталости. Наша себя баф. Я пошел усталость ловить. Танки между второй, блядь, и третьей, и четвертой, да, и третьей платформой. Смотрите, где какой каст, сбегайтесь под дебаф. На первом какой танк, алло? Ярость. Первый ярость, ярость. Второй усталость, второй третий усталость. Рассеянность. Пошли на первый. Только танки, съебите оттуда ДД. Стрихуя. Вижу всех танки. Ушли отсюда. Каст. Лёха, чё тебя нету там на это? Я здесь. Чё, я дебаф словил на ярость, всё нормально. Диспел. На джерте. Блядь, чё ты уже делаешь? Гена, прости, не мог. О, так меня Феникс хуярит, на мне 15 статков. Теперь меня бьёт. Она мне слабость. На мне 9 стаков. Опять слайда, слайда оттуда. Каст. Ты серьёзно? Утя, сейчас ШВ давать будешь. У народа сложила БР быстро. Давай ШВ. Дал ШВ, да. Мобы идут много, три мобы. Полина, есть стать? Да, вставать. Ебать. Пусть прыгал, вставай. Красиво. Все равно хуйня какая. Да, все, да. Кого-то что-то сложило до того, как я добежал. Нужно подойти поближе. Вы должны сразу стоять. Лёха, а чё ты так долго бежал-то? Я долго-долго ждал посередине. Третья, четвертая платформа, вообще никого не было. На первой платформе ловишь дебаф, добежи до третьей. Ты прибираешь все между второй и третьей, потом бежишь на первую платформу. О, пиздец, как все сложно. Короче, смотри. Вот ярость была на первом, правильно? Да. На мне был знак, этот нахуй, какой, я уже не помню, усталость или рассеянность нахуй, но не ярость. Как они кидаются, я хуй. Потому что... Ты стоял не у ярости же.
Ты подбежал ко второму фениксу, нахуя? Ебать. Давай я тебе объясню, нахуя. Они прилетают и начинают потом кастовать. До того, как они прилетели и начали кастовать, не видно, какую каст они кастуют. Как ты узнаешь, блять, какой каст они, сука, кастуют? На первом всегда ярость, нет? Так, второй раз подряд ярость уже. Каст идет 20 секунд. За 20 секунд можно полкруга пробежать. Я вот успел добежать до третьего. Ты понимаешь, что я прибежал? Бежать к первому. Ты, блядь, ты слушаешь. Ярость... Я прибежал к первому. Там каст шел еще 15 секунд. Хули надо, блядь. Не кинулась на меня ярость. Как надо они подождать конца каста. Я тебе понял, почему... Все просто. Я понял теперь, почему Асгарды бьет первым третьего феникса. О чем там? Чтоб не получить ярость. Ну да, тут просто типа, механика такая. Типа у них на первой платформе остается танк. На второй платформе остается танк. Правильно? То есть эти два танка уже 100% словят дебаф на плюс агро. На третьей платформе танк тоже словит дебаф на плюс агро, если весь рейд будет между третьей и четвертой платформой. Ну, это понятно. А, еще двое. Я вообще не понимаю нихуя. Как эти дебафы кидаются? Да, смотрите. Лёха, они дебафы кидаются на ближайшую цель. Смотрите, по поводу метод. Как все сложно. Вот ты мне сказал, они кидаются, блядь, на ближайших. В какой, сука, момент они кидаются? В начале. Когда каст закончился. Закончился, ну вот, каст. На первой платформе кастовал ярость, нахуй. Закончился каст, я стоял на первой. Почему на меня не ярость кастанулась? Кто скажет? Второй стоял. Перепутал. На второй, когда прилетел он. А, в смысле перепутал. Я перепутал? Первая платформа, вот, я прям, тебе говорю, я мимо тебя пробежал, ты не на той платформе стоял. Блин, я в натуре перепутал. Вон адмирал пришел. Я поэтому и доебался до тебя. Че думаешь, просто так, что ли? Вагон еще один пришел, адмирал. Поставь вот на эту первую метку. Будем бить. Сейчас немножко, в связи с этим. Я придумал, смотрите. Просто поменяем это. Короче. Будем бить вот так. Блять, не могу метку. Короче, весь рейд становится, будете бить первым, третьим. Он фиряет, короче, блять, хуёвый, но его надо первым. А весь рейд будет стоять между третьей и четвертой платформой. Объясню почему. Если танки стоят на краю платформы, правильно? Правильно. В теории. Дебафы, которые кидают первый феникс с первой платформы, идут на увеличение агро. Кто у нас стоит на первой платформе? На первой платформе станет Калат, будет танчить. На второй платформе стану я. На третьей платформе станет Войд, на четвертой Монород. Вы станете на самом краю возле феникса. Все дебафы на плюс агро полетят в вас. Ну, я думаю, понятно. Потому что весь рейд будет находиться дальше априори, чем вы к этому фени. Это, блядь, конечно, хохма, но, блядь, поставь мне на третью метку какую-то, ты заблужишь опять. Да он справа от Алара. Все бегут к своим фениксам танки и становятся на краю. Че там, будем еще, нет, троить? Ну, конечно, блядь. Не, это, блядь, уже все. Я просто объясню, что будет завтра. Смотрите. Первая платформа будет стоять Калат, на второй буду стоять я, на третьей будет стоять Монород, и на четвертой будет стоять Войд. Ты будешь наоборот. Будем бежать не в ту сторону, а наоборот, вот с этой стороны. Uh-huh. Будем сливать всем рейдом первого феникса четвертой платформы. Объясню почему. Плюс агро кидает первая платформа, значит, все плюс агро будет в любом случае на танках. Потому что они ближе всего находятся. Так как рейд находится за фениксом. Ты просто стой на краю здесь на фениксе, и на тебя будет плюс агро. Дальше. Сливаем у первого феникса, ну то есть последнего, четвертой платформы. Сливаем его первым. Потом, ну все то же самое, только в обратном порядке.
чтобы нам дебафы на плюс Авро не мешали, Феникс не срывали. Бэт, тебе картинку скинули, изучи картинку. Чтобы Фениксы не срывались и не ложили рейд. То есть, если Фениксы не будут срываться, если Фениксы не будут срываться, в принципе, будет все нормально. И рейд будет прохиливаться, и хила будет хватать. Единственное, что попрошу по поводу хилов. Хилы, вы все стоите на первой платформе. На первой платформе. Ну, между, вот в квадрате, допустим, да, между, блядь, не первой, блядь, между третьей и четвертой платформой, вот где квадрат я повесил. Я вот на первой, между третьей и четвертой. Вы бежите, то есть тот хил, который вы все тут хилите, все остаетесь нормально. Тот хил, который побежит или танков на первой и второй платформе, он только тогда бежит туда, когда каст закончится. Большой каст, который кастует мелкие фениксы, когда он закончит. Все просто. Лёх, может, давай как-нибудь по порядку? Мы забегаем все с одной стороны, правильно? Да, забегаем. На первой метке кто остается у нас на первой платформе? Да. Ждем какой-то дебаф и хилы, и ДД? Все танки рассредотачиваются по своим фениксам. Забегаем с этой стороны, где звездочка. Весь рейд начинает хуярить первого феникса мелкого. Весь рейд. А народ хилы находит... что делают вообще? Хилы стоят, хилят рейд в квадрате. В каком месте стоять? Квадрат, видишь? Ну это между третьей и четвертой. То же самое, только, блядь, зеркально, ну... То же самое, только с другой стороны. Все то же самое, только с другой стороны. Все то же самое, только Элбрил оставили с другой стороны, чем нас. Пиздец, поэтому... да. Я побежал между третьей и четвертой, ждал, пока вы прибегите, стоял там один. Прибежал до середины, вас похилил, встретил. Прибежал с вами и... Ну... Смотри, он и спрашивает. Что хилы будут делать? Все хилы поднимаются наверх, вот с этой стороны. Ну, где ты раньше стоишь. Вот, между третьей и четвертой платформой становитесь, хилите. То есть вопросов нет. Дебаф я никакой не ловлю на первое, ничего, да? Нет, ничего, там пофиг. Вот, пока каст не пройдет, вы стоите, хилите, парили. Когда прошел большой каст, тогда только ты смещаешься на между первой и второй платформой. То есть все то же самое, только в обратном порядке. Только пробежаться придется. Да, там просто немножко придется пробежаться. Ну, это херня, там поначалу он не будет прошибать. Мы просто словим на плюс Агро дебаф, и будет вообще... И, кстати, есть там... А, блядь... Каст большой кастует какой? Феникс или кто-то из этих? Мелких. Из мелких. Все... Блин, ну я их не увижу, их озвучивать бы надо тогда. Понимаешь, они все одновременно начинают кастовать каст. Ярость, усталость, там, блядь, и тому подобное. Вот, когда этот каст заканчивается, тогда уже все разбегаются, ну, все уже разбегаются по своим меткам. А так, в принципе, блядь, по поводу шелешки, она, эта херня, конечно, работает, и, в принципе, она нормально работает. В принципе, это нормально будет, просто вот проблема с плюс агро. Феникс срывается, и получается хуйня. Если бы агро не срывалось на фениксах, блядь, больше бы жили, легче бы было. А так, блядь, агро просто срывается. А так, если мы с этой стороны зайдем, у нас агро срываться не будет. И будет, в принципе, все. Все, в принципе, на сегодня. Этот вага киданешь там. О, как интересно. Короче, в принципе, неплохо. Мейнспек, Рольц. Тысячу этот паролу отдается паролу, кто выролит, тому отдаем. Ну блять, а чего ты так сказал? Чего, да? Себе оставлю тогда. Че, убили что ли? Угу. Да. Да. Чит на протовары выпал, легендарный. О, бага. Надо тогда этот дебаф на физуху, на минус физуху ловить кастером на. Минус. Ой, Вага, что-то клиент крашен всех, портал прыгнул. Или комхантантом.